Какая-то. Поднятая ладошка, как правило, работает. Итак, Вадим очень техничный всадник. Грамотно, всегда приятно посмотреть на его езду. Как мне говорил мой тренер Александр Павлович Гогин, если езда есть, результат будет. Вот это тот случай, когда можно сказать про Вадима. Возмущается конь, высказывает какую-то свою точку зрения, да, по дороге. Он не согласен с таким активным началом маршрута. 5 галопа приходится добавлять на четвертое препятствие. И плотно подходят они к пятому барьеру. Да. Что же стало причиной? Какой-то разбаланс? Ну, вот она немножко рваная получилась. Езда чуть-чуть. Может быть, с тем, что связано, что конь не согласен с таким активным ритмом. Перестраховывается на седьмое препятствие. Движение двигаться, надо двигаться активно. С системой, кажется, справились они на отлично. 5, 6. И со следующим препятствием тоже. Угу. С системой тоже справился. Вот такой очень сильный конь. И это новый лидер. 9.83. Вадим Черевань. Вадим Черевань завершил дистанцию первого гита за 69,99. Плотно в норму времени приехал. Очка. По итогам трех дней всадника 9,83 штрафных очка. Как же теперь работает эта дистанция? Да, ну, 5.6. Дистанция 5.6, она 26.20, она осталась. Мы же разобрали препятствия из первого гита. Препятствия чуть видоизменили траекторию. Например, с первого на второй не изменилась дистанция. Вернее, с первого на второе, нынешнее второе, дистанция чуть изменилась. Ее не было в основном маршруте. А 5.6 была 26.20, она осталась. Но она работает по-другому, потому что всадники заходят с короткого поворота, огибают чухонец, соответственно, приземляются ближе, и дистанция 26-20, если она была после системы короткой, то теперь она длинная. Прям пыль стоит столбом перед вторым препятствием, как добавлял Вадим на этот оксер. К сожалению, 4 штрафных очка буквально 2, 3, с первого 4, препятствия, 5, очень 6, обидно. 6. А, например, Татьяна Бурлачка сделала 8 сейчас. То есть такой поворот, его можно прыгать по-разному, конечно. На пятое препятствие все всадники, которые уже отпрыгали, резали. Все старались сэкономить это время, которое достаточно плотное. Как спрямил на восьмой оксер. Молодец. 8-8 штрафных очков, итоговый результат. Другие за 42,69, набрав 4 штрафных очка. Вадим уложился в норму времени, которая была первоначальная. То есть задумка была такая, что всадники должны ехать именно так.